Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в SEO, World of SEO Battle. Вот, продолжаем с тобой немножечко играть, получать удовольствие. За кадром я, ребят, сплавал, да, как я и говорил в той серии, скрафтил этот вот кораблик 6-го ранга, поплавал, ребят, и... Да, нифига это не сработало, но я немножко пофармил рыбок, все-таки нашел, но рыбки сейчас фармят все, короче. Вот, всего я нафармил 129 рыбок у меня. В принципе, я у торгаша могу купить уже 1000 боевых марок. Вот, если мне надо. Донат здесь можно купить, донат валюту за 250. Вот, можно купить. Тут расценки такие божеские. Даже ключ можно купить. Я могу 10 ключей, кстати, купить и открыть сундук, ребят. А сундук это... Сундук это может выпасть какой-то премиум. Премиум может выпасть донатный... кораблик и так далее. Сегодня мы с тобой не пойдем на нем кататься. Вот на этом чудо-корабле. Мы с тобой... Здесь у меня уже на 600 тысяч, ребят. Это вот вам... 600 тысяч у меня в этом. В Сан-Мартиносе у меня на 600 тысяч. И здесь еще в моем личном острове. У меня с собой 500 тысяч. Здесь на 600 тысяч. То есть у меня миллиона на полтора уже здесь товаров. Вот, которые тоже надо все реализовывать. 1000 марок, ребят, у меня поднакопилось. Вот, пока то, пока сё. Вот, 1000 марок я поднакопил. Сегодня мы с тобой пойдем на нашем корабле, великом и могучем. Вот, берем с тобой здесь дерево, что-то у нас до хрена, да? Давайте, я думаю, 200 дерева возьмем. Мы немножечко рыбочки возьмем, где-то 1000, да? Вдруг там ресурсы обменяем. И 106 снастей. Пойдем сейчас попробуем с тобой... Трюм на 6 тысяч, да, уже? Неплохо. С железом, ребят, проблемы. До сих пор у меня наблюдаются. То есть железа у меня мало, 2500 всего. Железа вообще у меня мало. Если посмотреть по общей информации, то железа у меня всего 5000. А древесин 35. Вот, это печально. Я думаю, надо вот здесь лесозаготовку, лесопилку вот закрывать нафиг. И нужен где-то... Где-то надо ставить... Может, ставить производство... А, там ром, по-моему, надо это, да? Лесопилка. Все далеко. Надо, короче, ребят, у меня практически 600 тысяч. Надо нам открывать с тобой этот... Как его называют-то? Что нам с тобой надо открывать? Нам надо с тобой плату за шварт, кстати, 500. А почему 500? А я, кстати, на этом кораблике маленьком пришвартовался. Здесь плата была 180. Типа, чем больше корабль, тем дороже припарковаться стоит. Это очень странно. Это очень, ребят, странно. Вот, а задача... Привет, не желаешь вступить к нам в PvP гильдию Сон? Господи, зачем мне ваша гильдия? Зачем мне ваша гильдия? Задача сегодня какая, ребят? Задача сегодня заключается в том, что мы с тобой поплывем вот сюда. Вот сюда, вот налево. И здесь попробуем пофармить рыбку. Да, ребят, я не... Нет, как бы не отпускаю рыбку. Как бы рыбка мне нужна. Вот, рыбка мне нужна, я хочу все-таки ее фармануть хотя бы немножечко. Все ее фармят, ребят, рыбы вообще нету сейчас. Ее все пылесосят просто. Я кое-как там нашел, конечно, местечко, 129 рыбы там нафармил. Ну, на самом деле, 25 рыбы нам дали с тобой за задание, да, то, что я выполнил. Ну, 100 рыбы я где-то нафармил. Фармил, на самом деле, ребят, очень долго. Вот. Вот, сфармил я ее долго. Ну и, в общем, не знаю, не особо выгодно. То есть я не увидел разницу между тем, что я вот на большом корабле, да, плаваю. То, что я не увидел разницу тем, что я вот на большом корабле плаваю и на маленьком корабле. В принципе, тут самое главное, знаете, найти место. Вот, найти главное место и... пофармить рыбки. Плывем, короче говоря,
к Дэвиусу. Тут у меня ничего нет. Нет, я тут пусто, ребят. Плывем туда к Дэвиусу. Если что-то интересное будет, я включусь. А так, чтобы вас не мучить переходом этим, мучить вас не буду. Так, ребята, доплыл я. Да. Тут есть вкусные вот такие вот пиратики. Можно их немножечко фармануть. Рыбки я, ребят, пока плыл, не увидел. Доплыл я вот до Дэвиуса. Вот. К сожалению, рыбки я не видел. Но видел уже кучу игроков, которые здесь плавают. Видимо, они рыбку-то и фармят. Вот. Не знаю, что у нас получится. Давай. Блин, не хочет. Козел развернулся. Сразу бы я бы его штурманул. Я ему 1000 хп снес. Корабль недоступен для абордажа. Почему? Почему он недоступен для абордажа? Я хотел ресурсы собрать с него там. Еще 8 секунд. Конечно. А чё нет-то? А чё нет-то, да, ребят? Просто ушел. Нормально. Корабль почему-то был недоступен для абордажа. Почему? Непонятно. Видимо, потому что он горел, что ли, видимо, как-то активно. Я не знаю. Вот видите, сколько здесь и тут кто-то плавает, и там кто-то плавает. Вон еще двое плывут. Короче, здесь народ до хренища просто плывет. Тут до хренища, ребят, просто плавает народу. Сейчас попробуем что-нибудь снять с него. Да, 12-фунтовая адмиральская. То, что я мечтал. Ну и народу, кстати говоря, мы потеряли немного при абордаже. Шанс 50%, что она выпадет. Давайте надеяться, что она выпадет. О, да, фрагмент чертежа выпал. Правда, он мне нахрен не нужен. Но это... Сколько она? 20 тысяч, если что, стоит. Да, если что, по-моему, стоит 20 тысяч. Ну, уже 1000 железа форманули здесь. Нахрена народ здесь плавает? Не знаю я, как, конечно, здесь рыбу сейчас фармить вообще. То есть, ну, я вообще не понимаю, куда, в какую задницу надо заплыть, чтобы что-то пофармить. Тут скажут, иди в бескрайнее море, то есть выплывай за карту, ребят, туда я не поплыву. Потому что если меня там потопят, я потеряю весь трюм я теряю. То есть, когда тебя там топят, ты теряешь весь трюм. Потому что там делать нахрен нечего. Лично мне. Я ПВЕ-контентщик. Мне здесь вон пиратов всяких хватает. Вот две рыбки появилось, я вижу на карте. Сейчас попробуем немножечко. Мы немножечко рыбки пытаемся пофармить с тобой. Не знаю уж, насколько получится. Я бы, наверное, больше, знаете, что бы хотел бы? Не рыбку пофармить, ребята, а, наверное, звездявые корабли подковать. А, кстати, знаете, что интересная вещь? То, что игроки сейчас все охотятся за рыбкой, да? А звездявых никто не трогает. Звездявые корабли и осколки никто не трогает. Вот, знаете, плывешь, там осколки кораблей, да, разных. С которых я, кстати, пушки немножко пофармил. Вот это что, ребят, какие такие? Обычные это? Да, обычные. Вот, короче, осколки кораблей никто не трогает. Вот такие вот, видите, вот такие вот. В основном не трогают. Вон еще осколки. Вон.
А с них тоже могут пушки выпасть. Пушки, ну и всякая хрень тоже может попадать. Их почему-то никто не трогает. А до, то есть до ивента, вот эту вот всю хрень, вот то, что вот-вот опять, видите, лежит, вот лежит две этих, тоже никто не трогает. А до ивента, до того, как рыбки надо было фармить, до рыбы, вот эту вот всю хрень фармили. То есть ее не было. Рыбы было до хрена. Вот это вот всякая вот лабуды, которая вот плавает в море, в океане. Ее, ребят, не было, ее всю забирали. Ну, на 23 тысячи я что-то здесь уже форманул. Немножечко поплавал, видите. Уже на 23 тысячи что-то есть. Хотелось бы, конечно, рыбок, чтобы обменивать их на, ребят, на эти. На боевые марки. Просто боевые марки нам очень сильно нужны. Вот такой редкий товар. Вот золотая рыбка одна поймалась. Одна золотая рыбка, конечно, это маловато. Пойдемте до торгаша, что ли, доплывем? Переходник сюда, может, вот сюда выйти, может, кстати говоря. Это кто? Звездявенький? Непонятно. Но даже если он звездявый, я его трогать не буду, так как у него, во-первых, защита 8, во-вторых, 2500 хп, да, и мне от него толку нету. У него и на народу больше, и, в принципе, хотя его можно забить. Не знаю, я себе пока задачу не ставил, ребят. Я себе пока такую задачу не ставил, именно фармить. Мы, наверное, как-то поставим задачу, я думаю, чисто будем фармить, ребят, всех пиратов. Жирненьких звездявых, неизверздявых. Мы будем фармить их. Я думаю, прям поставлю себе такую цель. Вот. И вот таких вот можно было пофармить. Его себе, кстати, можно было в эскадру бы забрать, на самом деле. Почему бы нет? Со мной бы поплавал. Хотя, как вы видите, я эскадру не собираю. Можно, если кто-то не знает, эскадру собрать до трех кораблей. Но это только NPC. Вот, и можно с NPC-шками, чтобы тебя NPC сопровождали. Правда, на самом деле... Вот, плывет. По-любому за рыбкой из моей плывет, да? Да блин. Эх. Сейчас падла соберет мою рыбку. Вот падла. Вот вам, пожалуйста, такие вот падлы здесь есть. Козлина сраная. Я тебя запомнил, понял? Марсин. Козел. Мою рыбку скоммуниздил. Крыса поганая. Ну, морская крыса. Что с ней сделаешь? О, что это такое? А мне там должны были выпасть, наверное, последний бот сейчас поднял бы. И мне бы там должна была золотая рыбка выпустить. А это падла скрысила. Крысеныш позорный. Ненавижу таких. Чтоб тебя пираты натянули на свой якорь. Вот так вот. Да блин. Что-то я промахиваюсь. Так, сейчас у них что-нибудь торганем. У нас есть 600 рыбки немножечко, да? Да, одна золотая рыбка, охренеть. С той стороны, да? Наверное, не с той, а с стороны поплыл. Лучше, наверное, с другой был выплыть. А что за туман такой? А, туман, видите? Накрыл нас немножечко. Вот здесь где-нибудь, наверное, по границе может поплавать, попробовать рыбу пофармить. Так, что у нас здесь есть? Ром забираем. Пластины забираем. Железо по 3 тоже можно, в принципе, забрать. Надо денежки куда-то, ребят, спускать. Денежки должны работать. Кстати говоря, осталось мне 5 тонн и все.
И у меня загрузка полностью. У меня полная загрузка, ребят. Можно уже плыть на базу в Дэвиос. И давайте, кстати, меточку на Дэвиос поставим. Да блях ты мух, ты чё? Я же нажал. Он почему-то как-то вот нажимает, очень странно. Он очень странно нажимает. Так, а мы куда получается? Мы вот так, да? Ну, ладно, давайте так поплывем. Неторопливый у нас сегодня геймплейчик. А у нас каждая серия неторопливый геймплейчик, там торопиться некуда. Давайте рыбку. Наедрить-то через маковку. Да ты чё? Золотая рыбка одна и 260 рыбы. Сколько? Кстати, 80-80 снастей, да? Ну вот вторая рыбка. Вот так вот фармишь. Ну, блин, больно уж сочные там, конечно, подарочки такие дают. Особенно, если игрок новичок, да? То есть выгодно, в принципе. Выгодно, в принципе, полутать. Вот этого можно долбануть, просто потопить, кстати. А, он там в связке с кем-то идет. Так, а давайте куда-нибудь вот сюда вот поставим. На Шархата. Да, тут связки идет. Их, может, я говорю, обоих тупо... это было бы. Чпокнуть. А, или вот их чпокальщик едет, или что, это он за ними? Какие здесь корабли жирные. Ох, ё-моё, это по мне. Жопа. Жопа, ребят, в опасные воды зашел. Это потому, знаете почему? Потому что в эти опасные воды 6 ранга зашел. Давайте-ка изменим немножко курс. Давайте мы здесь плавать не будем, ребят. Воды 6 уровня мне, видимо, немножечко это... Тут слишком агром на меня будет много, ребят, и... Да, здесь ребята 1 уровня плавают. Здесь, знаете, кем надо плавать? Если здесь фармить, вот в этом районе, да, где опасные воды 6 уровня, если фармить, то фармить только на каком-нибудь быстром мелком корабле, чтобы тебя не догнать не могли ничего. Нужен быстрый мелкий корабль. Но вот на таком корыте, как у меня, сюда смысла лезть нету. На моем корабле надо плавать в другом месте. Файтинг. Он кого-то сейчас потопит. Он хотел его на абордаж, наверное, взять, да? Но, видимо, не получится. Затопили бедного пацана. Он ж втроем аж. Он в одного-то не может, что ли, справиться? У него же крутой же корабль 2 уровня. В одного не смог справиться. Конечно, можно, да, взять вот эти вот корабли. Я себе тоже могу сделать. Ну, не знаю, опять же, вот думаю все. Вот можно взять, ну а зачем, да? Вот их, опять же, надо обеспечивать будет снарядами. Их надо ремонтировать. Зачем? Зачем мне этот геморрой? Верно, ребят? Ты скажешь, да, верно. Вот и я так думаю. Я здесь, кстати говоря, с этой стороны 2 раз, ребят, плаваю. За всю свою жизнь. Я сюда, в принципе, не заплывал. Блин, дерево по одной голде. Прям грех не взять, ребят. У меня уже перегруз. Мне вообще бы надо уже возвращаться. Выкидывать я ничего не буду. Хотя, знаете, что можно? Можно не возвращаться, знаете, что можно? Доплыть до Сурако. Можно, ребят, доплыть до Сурако. Поставить себе такую маленькую цель за сегодня. Я же хотел там остров купить, помните?
Около Сурака. И вообще я хотел на Сураку уже обосновываться потихонечку. Вот. Тут как раз воды 4 уровня. Опасные 6, 5, 4. Давайте попробуем доплыть до Сураку. Корабль перегружен. Давайте покормим экипаж, чтобы эффективнее было. Но есть рыбка, что-то есть. Тут что-то фармят ребята, но уже не так активно. Там в мелких водах, в начальных, там вообще, да, там фармят прям. Там фармят прям хорошо. Все выпылесосивают прям. А здесь все-таки что-то еще есть. Вот торгаш. Рыбки сколько? 500. Сейчас что-нибудь, может, обменяем, может, и марки где-то найдем. Так, слева у нас что? Слева у нас западный бастион, да? Да, в Сураку. Сплаваем. У меня там есть немножечко ресурсов тоже уже лежит, потому что мы там были уже с тобой. Там даже есть боевые марки 29. Боевых марок лежит. Правда, 5000 плыть, ребят. Ну, это... не близко. Давайте обменяем, возьмем все, что есть. Сразу на Сураку плывем. 23. О, смотри, перегруз убрал, видите? Перегруз убрал. Не, все равно игроки здесь плавают, вон настреливают. Это вообще с этими воюют. Еще, кстати, один этот. Вот еще один. 6 уровня, что он здесь забыл? Видимо, что-то переправляет, видимо. Ну, типа, вот рыбачок вот местный, видите, 6 уровня, то есть. Да, он рыбачит, типа, здесь. Он быстро плавает. Туды-сюды. Быстренько фармит и убегает. А мы с тобой вот так вот плаваем. Да, здесь, слушайте, если я сюда переберусь и здесь буду обитать, то здесь прям воды-то такие посерьезней. Прям чувствуется. Кораблики-то здесь такие мощненькие уже плавают. Так, поймемте, заплывем. Рыбка есть, а рыбки нету, да? Ладно, заплывать не будем. Не, что-то рыбы здесь тоже не особо, видимо, тоже все пропылесосили, ребят. Тоже, видимо, все пропылесосили, ничего не оставили. Плавают здесь все. А вот впереди рыбка есть, две. Алтарь есть. Кстати, на алтарь. Давайте зайдем на алтарь, глянем, что там на алтаре есть. Чувак на рыбку тоже плывет, да? Да, видите. Чисто бегает на 6 уровне, видите, летает. Какой-то свои пипетки эти сраны. Чисто фармит рыбку. Я, в принципе, много рыбы-то не хочу фармить. У меня нет задачи, ребят, много рыбы нафармить там. Не так, чтобы... ну, пару тысяч, ну, пару тысяч, чтобы марок купить. То есть 200 рыбок вот сделаю. А там дальше как рука лишь. 200 рыбок, если сделаю золотых, это 2000 марок. 2000 марок мне, в принципе, хватит. Я человек не жадный. Но здесь, в принципе, в игре-то я уже, опять же, много-много раз говорил, здесь в игре-то делать нечего. В игре здесь делать нечего. Тут нет какого-то контента такого этого. Здесь просто вот лутаешь, плаваешь, все. Ты можешь вот на таком же вот корабле, да, скрафтить вот корабль 2 уровня, и тебе его за глаза хватит. Ну, конечно, зависит от того, что ты хочешь делать. Там, если в PvP идти, то да, там можно и другой. Хотя даже на таком корабле можно идти в PvP. Ничего в этом нету. Только пушки нормальные поставить. Нормальный корабль.
Вот такие пироги. Сейчас доплывем, куда я плыву-то? А, я плыву в эту, да? Хочу посмотреть на алтарь, что здесь по алтарю. Да. Зараз там деревня это будет. Припаркуемся. А у меня здесь край карты, да, вот здесь не открыт. Вот здесь бы край карты бы открыть. А мы туда, если поплывем, мы, кстати говоря, можем сюда доплыть. Нет, надо до Сураку плыть. Давайте доплывем, да, а то у нас перегруз уже. А, здесь, видишь, тоже чувак плавает. Тоже фармит. Вот чувак плавает тоже. Кстати говоря, 196 человек, блин, многовато. Мы могли бы его попробовать забрать, вот этого 3800. Можно было бы попробовать. Давайте заплывем в алтарь, посмотрим, что здесь у нас продают. Я заплывал уже в один такой алтарь. Алтарь. Да ничего не надо. Да собака ты. На другую букву надо, на Н русскую. Так, что здесь? Обменяв эскудо, вы можете получить случайные ценные предметы, золото, свитки и дизайны. Начать обмен. То есть одна, либо пять монет. А у меня их нету, да? А у меня есть одна монета. Давайте чисто ради интереса обменяем. Посмотрим. 500 золота. Великолепно. И 500 золота не доната, ребят. 500 донатного золота, обычного 500 золота. Да. А эта монетка, знаете, сколько на аукционе стоит? 5000. По-моему. Если ее на аукционе продать, 5000 она стоит. Вот так вот. То есть я 5000 обменял на 500 золота. Ну, зато попробовал. Зато, ребят, попробовал. Так. Я вот здесь вот остров хотел купить. Вот здесь вот. Сурак вот здесь. Я вот здесь вот остров лично хотел купить. Я думаю, наверное, можно купить его. Что-то до хрена игроков здесь плавает. Нет, вам не кажется? Вон плывет, вот плывет. Вон еще игрок плывет. По-любому. Ну, а там вот рыбка, я вижу. Но я туда не доплыву, ребят, туда против ветра плыть. Такое себе удовольствие. Блин, не хватает, знаете, что этому кораблю? Конечно, ну, я много чего хочу, да, но прям чувствуется, вот не хватает именно разгона. Скорость у него хорошая, он до 30 узлов разгоняется, но вот не хватает скорости разгона. Хотя у меня стоит... маневровый руль, набор скорости плюс 20%. Прям не хватает, чувствуется. Вот этого было, можно было бы чпокнуть. Сладенького. Ну, куда ты вот плывешь? Ну вот куда? Вот, ну, вот тебе что, не имется. Любители, блин, подрезать вечно. Вот у них как-то мозги так сделаны, что они все время любят подрезать. Рыбы вообще, ребят, нет. Ее всю пылесосят просто. Вот такие вот плавают. Вот такие вот плавают и пылесосят. Ужас. Я не знаю, когда заходить. Тот, наверное, скажет, рано утром надо заходить. Пока онлайн низкий. Ребят, поверьте, здесь хитрожопых очень много, которые тоже очень рано заходят утром, чтобы пофармить рыбок. Вот еще. Вот пропал. На личный остров зашел. Вот здесь, да, я говорю, надо личный остров открыть, ребят. Может, откроем? 300 тысяч у меня есть. Открыть личный остров здесь. А давайте, чё мы? Мы хотели. Давайте навык прокачаем. Личный остров. Два личных острова лучше одного. Также добавляется путешествие между островами. Очки и способность нужно одно. А у меня 4 и 300 тысяч.
также требуется грамота фракции. Грамота фракции, ребят, я уже говорил, как ее получить. Нужно, вот у меня вот береговое братство. Репутация, надо репутацию у них поднять до 90. Плывете в поселение берегового братства, к примеру, либо там к пиратам. Где тут еще? Вот здесь вот береговое братство. И выполняете задание в таверне за ром. И качаете репутацию. Вот. Качаете репутацию и получаете грамоту. Когда до 100 докачаете, получите грамоту. Вот, так что давайте прокачаем личный остров. Да. Все, 300 тысяч я потратил, ребят. Осталось 264 тысячи. Ну а куда мне эти, это голда, правильно? Правильно. Вот, и будем здесь развивать второй остров. И я думаю, у меня и будет основным. Я думаю, вообще все сюда перенести, ребят. Да, наверное. Сейчас мы... А он сколько будет стоить нам? Этот второй остров. Здесь вы можете основать свой личный безопасный остров, построить на нем здание, которое позволяет производить и хранить ресурсы, менять корабли, отправлять экспедиции и другой. Сейчас вы имеете один из двух максимальных островов. Начать высадку. Все, высаживаемся. А что, бесплатно, да, он достается, как бы, получается? То есть сам остров покупать не надо? Вот так вот. Хотел, ребят, просто поплавать. А в результате купил остров. Вот так вот. Так, что у нас? У нас ничего нет, ребят. У нас ничего нету. Первым делом нужно построить нам что? Построить, наверное, мастерскую. Почему мастерскую? Лучше, наверное, сначала мастерскую, да? Кто скажет, нет, лучше аванпост. Смотрите, здесь разница в том, что... Вот видите, сейчас мастерскую. Любой остров, когда ты свой... покупаешь, ну, берешь первый остров, смысл в том, что вот сейчас вот цена, чтобы открыть мастерскую, мне встанет 1000 голды всего лишь. Но последующие постройки, они будут дороже уже. То есть без разницы, в каком вы порядке, ребят, покупаете. Самое главное соблюсти порядок. То есть нужно обязательно мастерская, аванпост и склад. А дальше, в принципе, все... Что там? Что там, подождите... хозяйство. А дальше вы, дальше уже все зависит от ваших доходов. Я, наверное, в дальнейшем, когда буду богатеть, да, денег у меня будет много, ресурсов много, я, наверное, все построю. И док там, и трактир, и так далее, и маяк. Вот, ну так как... А подождите, а маяк что нам позволяет? А, яркий высокий маяк подсвечивает остров на мини-карте, добавляет возможность переправы в ближайшие порты при наличии навыка. Позволяет путешествовать на остров из любого порта в море. Слушай, это полезная вещь. На остров из любого порта в море. Каждое следующее построенное здание стоит дороже. Слушайте, это классная вещь, то что я прям в ближайшие порты. Ну ладно, мы пока просто построим. Короче, мастерскую сначала строим за 1000. Опять же говорю, ребят, порядок, без разницы какой. У вас по-любому аванпост, видите, тоже 1000 сначала стоит, да? Склад 1000. Вот смотрите, мастерскую строю, купить за 1000. Мастерскую построил. Теперь, допустим, мне нужен склад. Да, теперь склад нужен. Вот теперь 3600 надо выкладывать. Обломки нужно. И пластины нужны 25. Вот. Но мастерскую я построил, кстати. В общем, здесь мастерская балок у меня стоит. Знаете, чем мы в следующей серии можем заняться, ребят? Мы можем заняться, так как мы здесь купили остров, мы пофармим рабочих. Потому что рабочих мы будем обменивать на рабочие ресурсы, то есть на очки работы. А эти очки работы мне как раз пойдут сюда. И мне как раз нужна будет производство пластин. Но мне здесь, да, не хватает опыта. А склад у меня здесь на сколько? На 50 тонн, да? Да, и мы, наверное, здесь с тобой попроизводим эти... А как мне телепортироваться с этого? Подождите. Карта. Мне надо навык, да, прокачать, чтобы с этого на этот... Чтобы с этого на этот, да, прыгать, мне нужен... Мне нужен что? Мне нужен навык, да? Я правильно понимаю?
Раз в 2 часа можно перемещаться между соседними портами, кроме пиратских, без ресурсов. Раз в 2 часа. Между портами, между соседними портами. Доступно 2 переправы. Кстати, у меня сейчас доступна постройка до 4 рудников и мануфактур, да, я могу до 6 сделать, то есть еще 2, у меня же 4 сейчас, да, на меня работают, 1, 2, получается, 3, 4, я могу еще 2 сейчас наладить поставки, я могу сделать себе железный рудник и еще один железный рудник. Где-то я тут видел. А где я тут еще видел железный рудник? И вот еще железный рудник. 7000. Надо, чтобы не дальше 7000 было. 5000. Вот здесь можно железный рудник забрать. И вот здесь. 2 железных рудника. Ребята, у меня будет прибавка к этому, да? То есть в следующей серии мы будем здесь, ребят, обосновываться. Я думаю, будем фармить ресурсики. И нам надо будет построить аванпост. Нам надо будет построить склад. Мы будем в следующей серии, наверное, фармить пиратов. Нам нужны, потому что здесь очки работы. Да, нам будет уже не до рыбок. Вот, очки работы нам нужны. И как мне переместиться? Неужели через маяк надо перемещаться? Так, добавляет возможность переправы в ближайший порт при наличии навыка. Позволяет путешествовать на остров из любого порта в мире. Позволяет путешествовать на остров из любого порта в мире. Блин, слушайте, полезно, допустим, но это, наверное, без груза, да? Без груза, но все равно. То есть, если я вот здесь в Сан-Мартинес буду что-то здесь плавать делать, я могу хренак сразу сюда-то пэхнуться. Это классно, я считаю. Это, ребят, будет классно. Вот, но нам надо 25 пластин. Надо заняться островом. Я считаю так, да. Я хотел заниматься островом, надо заниматься. А то, так сказать, контентика-то, ребят, нету. Контентика-то нету как такового, да. Надо себе самому контентик придумывать. Там вот рыбка есть, пойдемте ее форманем. Вот, контент будем сами себе придумывать. Будем развивать 2-й личный остров. Потом я, наверное, займусь уже более плотно еще 1-м островом. Нам надо там еще первым. Надо еще разобраться, как между островами-то пэхаться. Я не до конца знаю. 1-й остров, я его тоже, я его продавать, ребят, никуда не буду. Он у меня так и будет. Я его так и оставлю. Вот, я его никуда убирать не буду. Это будет фаст-тревел у меня. И, наверное, навык я еще вкину в том, чтобы тпхаться, ребят, из любого порта на свой остров. Чтобы было поудобнее. И ветер нам в харю дует опять. Это закон подлости. Да, и взять вот здесь железный рудник можно. Прокачать эту надо будет еще. Блин, ну охренеть, мне ветер прям в харю дует. Ну замечательно. А, прокачать надо будет переправа. 2 переправы подряд. Вот это можно вообще убрать, кстати. 10 тысяч сбросить навык стоит. Снижение платы за швард на 50%. Можно вот это тоже прокачать. По ремеслу что у нас? Литье лучших орудий при наличии орудий на мастерской будет дешевле на 10%. Ну такое. Вот это вот можно без снабжения, порционными. Рудники мануфактуры высокого уровня продолжают работать, но медленнее. Да, как 2-го уровня. Я тут уже не знаю, что качать на самом деле.
Переправу надо будет, наверное, качнуть, ребят. Да, и что-нибудь еще. Надо, короче, что-то сделать мне с этим. С ТПшкой с острова на остров. Надо, знаете что, надо будет сплавать. Блин, это за кадром опять же, да, наверное. Ай, надо сплавать за ресурсами будет на тот остров. Короче, сделать пластин. Нужна сюда, ну, нужно сюда пластины, ребят, привезти. Да, сюда надо пластины скрафтить, привезти пластины. Привезти пластины, улучшить остров. Вот это. Я, наверное, знаете, чем займусь? Я займусь тем, что я, ребят, наверное, деньги вкину в развитие островов. То есть я, наверное, поставлю себе цель такую некую — острова прокачать на фул. Хотя, в принципе, это не обязательно, это не нужно. Но я, наверное, прокачу себе на фул острова. Я, наверное, там только не буду прокачивать. Там есть одна функция, что там будет крафтиться у меня что-то. Я уж не помню, там что, но там типа что-то будет крафтиться. Я вот, наверное, хозяйство, по-моему, там называется. Хозяйство я делать не буду. Вот, остальное, наверное, сделаем. Что-то, блин, здесь игроков как будто больше, чем там снизу. Что-то больно до хрена всяких плавает. Что-то есть. Здесь дерево, да, есть. Давайте скупим дерево, давайте скупим ром. Потому что мы здесь с этой стороны уже будем работать. Вот, короче, ставлю себе такую цель, ребят. Да, хотел вообще на самом деле в этой серии просто сплавать сюда, немножко что-то рыбки пофармить. Ну, типа пофармить, но смысла в этом нету. Как видите, тут куча игроков плавает, все зафармлено уже давно и... Делать здесь, в принципе, нечего. Знаешь, будем личный остров. Вкидываться в личный остров, денежки. Будем вкидывать туда, в развитие. Благо, здесь, кстати говоря, здесь порт бесплатный. Заход в порт. Это порт братства. Он никому не принадлежит, он принадлежит братству. Ну, NPC-шкам, короче. Вот, золотые рыбки, наверное, надо на боевые марки обменять там. Да, обменяем. Так, у нас что здесь по порту? У меня здесь порт не пустой, ребят. У меня здесь 200 тонн. Разрушить склад, улучшить склад. 15 тысяч, ребят, улучшаем с 200 тонн до 500. Улучшаем за 15 тысяч. Потому что это будет наше, наверное, основное место. Мы, наверное, здесь и будем жить. Там, на юго-востоке, то, что вот там у нас, да, там личный остров, это так будет. То есть основная база у нас здесь переносится сюда, я думаю. Давайте еще улучшим, кстати. 33 тысячи до 800 тонн. Улучшаем. 800 тонн уже могу сюда. И улучшаем склад за 100 тысяч, да. Вместимость с 800 до 1000 тонн. А я не помню, что... Ну, пока не будем, нам не надо пока. Нам пока 800 тонн здесь хватит. Я не помню, ребят, что это дает. Если я вкачаю, по-моему, на 800 тонн, то есть на полностью, мне что-то, по-моему, в мастерской, что ли, что-то можно будет скрафтить. Я что-то не помню, но что-то, по-моему, что-то такое. Точно, ребят, не помню. Точно не помню. А, кстати, у меня здесь, да, порцион, у меня здесь крафт. У меня, так как здесь братство, где таверна, создание порционов дешевле на 25%, ребят. Так как у меня здесь у братства прокачано это, порционы могу дешевле крафтить на 25%. Надо, короче, вот сюда перебираться. И здесь уже жить. Да. Так, а что я хотел? Знаете, что я хотел? Торговый дом, биржа посмотреть. Что у нас здесь по биржам? Ну, здесь, кстати, видите, этих очень много. Заказов, продажи, порционы. То есть это активный город. Один из самых активных. Видите, сколько пушек стоит? Охренеть, кораблей сколько здесь продают. Это один из самых активных городов. Кстати, вот такой корабль, как у меня, 4 уровень, за 200 тысяч продают. Вот такие дела.
пушки продаются, да. Испепеляющие вон по 18 тысяч выставляют. Они по двадцатке, короче, стоят. Вон 200 штук испепеляющих. Где они фармят? Я не знаю, где он 200 штук нафармил. Наверное, с кого-то, наверное, в Бескрайнем море, наверное, с кого-то поснимал их. Так, 42 тысячи, 75, 43, 68, 42. У меня метатель бочек просто есть. Можно выставить. Можно выставить здесь эти на продажу. У меня есть два метателя бочек, ребят. Можно здесь выставить. Либо выставить там, на том нижнем острове у нас. Это по 40 тысяч, 80 тысяч у меня есть. Вот, а что я сюда зашел? Ну я просто зашел посмотреть вообще, что здесь происходит. На этом серию мы заканчиваем с тобой. Увидимся с тобой в следующей серии. Да. Я себе поставил цель. Да, чем мы будем заниматься с тобой. Здесь 800 тонн. Короче говоря, фармить будем здесь, ребята. Вкладываться будем сюда. А мастерская, можно вот узнать, что вот пластину, чтобы сделать, что нужно? Нужен уголь, нужна смола, нужно железо. Угу. Я понял. Блин, это мне все равно плыть надо будет туда. Это мне надо будет туда, потому что мне надо тут ресурсы будет собрать. Да. Далековато как бы это. Может, конечно, напрямки, кто-то скажет, напрямки проплыви, да? Ага, да, можно напрямки. Можно не доплыть. Вот, но ТП-шку надо качать. Надо качать. Не знаю, что это за навык. Давайте прокачаем. Раз в два часа можно перемещаться между соседними портами, кроме пиратских, без ресурсов. А, между соседними портами. А, мне тогда нафиг это не нужно. Между соседними это, наверное, соседние в одном регионе, да, так сказать. То есть я вот досюда, наверное, только смогу тпхнуться. Сюда навряд ли я вот смогу тпхнуться. Мне кажется, нужна фишка, чтобы между островами тпхаться. Наверное, маяки надо построить, ребят. Да, там, наверное, маяк надо построить. Тогда я смогу между этими тпхаться. Это было бы классно. Вот, ладно, все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Там будем что-то делать, решать. Надо крафтить, надо будет открывать то, сё. Вот. Всем до встречи, всем пока.